Привет. А пес на ретрите будет? Нет, пес не доедет, он старенький. Пес уже куда только с нами не ездил. Так, ребятки, пишите свои вопросы. Я сейчас почитаю, какие самые интересные вопросы здесь были. А, вот смотрите, ребят, здесь такой вот вопрос. Давайте разберем. А, написали. Хорошо выглядите для своих лет. Благодарю. Но если бы вы мне это сказали лет через 200, то это был бы такой прям ценный комментарий. Так, смотрите, человек пишет: к сожалению, человечество никакой человек не сможет сделать себе счастье без того, кто дает счастье, создатель человека. Давайте тогда, ребят, разберем, что такое создатель человека. Что такое, когда. Кто ты? Ведь смотрите, у нас очень много тех моментов, когда человек, ну, об этом очень много говорят, да, я здесь и сейчас, я чувствую, я еще что-то. Но очень мало, когда человек начинает понимать, что он не здесь, когда он не дает себе оценки в состоянии «я не здесь», «я не здесь и не сейчас». Смотрите, перед тем, как вы определили себя, где я есть, как я есть, счастлив ли я, полон, пустой, в этом месте нахожусь или не в этом месте нахожусь, прежде чем вы это увидите, прежде чем вы это услышите, вы сначала даете себе оценку, что в том месте я не нахожусь. То есть, например, здесь я нахожусь. Я, Лаврова Светлана, сижу в этом кресле, да, разговариваю с вами. И я точно знаю, что я не нахожусь, например, там на улице. Меня же там нет. Меня нет на улице. Я здесь есть. Но я знаю, что я 100%, находясь здесь, я знаю 100%, что происходит там. Я знаю, что 100% меня там нет. Как я узнала о себе в нескольких реальностях? На основе чего я сделала этот вывод? То есть я Светлана, я кто? Я инсталляция времени? Я инсталляция чувствования, ощущения, или я то тело, через которое просто идет говорильня? Кто я тогда? Кем я себя воспринимаю? Я себя воспринимаю на данный момент как Лаврова Светлана. А есть ли я Лаврова Светлана? Если те слова, те ощущения, которые есть там, где меня нет. Как я понимаю, что меня там нет? Откуда я могу знать, что меня там нет? Меня нет в другом городе, в каком-то, еще где-то. И если не углубляться
в состояние философствования, а идти на состояние чувствования, кто я есть, то тогда тебе не нужно даже мыслить мысль. То есть есть мысли, которые ты мыслишь, есть мысли, которые идут рядом с тобой. И вот эти вот мысли, которые идут рядом с тобой, ты их можешь наблюдать, а можешь их мыслить. Когда ты их начинаешь мыслить, ты вовлекаешься в эту мысль, думая, что эта мысль становится тобой. И все, что в этой мысли было намыслено, оно переходит в твой мир. И это мысление становится тем, что есть в твоем мире. И когда ты определяешь, есть я или нет, ты на основании какой мысли этот вывод сделал? Ты на основании чего сделал вывод, что ты счастлив или несчастлив? Что тебе может дать счастье только другой человек? Тебе кто-то уже давал счастье? Ты его определил как создатель? Тогда создатель чего? Создатель твоего аватара, создатель твоих мыслей, через которые ты сформировал реальность, создатель твоего чувствования, создатель твоего воображения. Кто тебе дал это счастье, которое ты сейчас транслируешь, что оно может быть только через создателя, которое создатель поймал твоя мысль, что вот это есть создатель. Как ты определил создателя? Ведь прежде чем, смотрите, вот, например, сосуд, стакан, любой сосуд, что первично в этом сосуде? Пустота? Или вода, которой нальют эту, или вода, воду, которую нальют в этот сосуд. Ведь большинство скажет, что это пустота. Пустота первична. Но если пустота первична, то есть тогда временной фактор, через который вы начинаете дробить. То есть сначала была пустота, потом стала вода, потом вновь была пустота. Как вы видите эту пустоту? Что первично для вас в вашей жизни? Если вы не узнаете воду, что есть вода, то как вы узнаете, что есть пустота? Если бы не было воды, то пустоты бы не было априори. Откуда бы она появилась? Она была бы просто есть априори. И ее бы тогда вы не смогли интерпретировать как пустоту. Но смогли ее интерпретировать как пустоту после налитой воды. Так вот, когда вы что-то интерпретируете в своей жизни, что у вас было до того, как была вот эта интерпретация? До пустоты. Кем ты являешься, если ты убираешь личность? Личность, то есть я как Лаврова Светлана, я как говорящая сейчас. Это я есть или я просто сейчас себя идентифицирую через это, чтобы что-то рассказать вам? Но я ведь не есть Лаврова Светлана. Это мне сказали при рождении, ну, там, когда я осознавала, что я есть Лаврова Светлана. И я в это поверила, я это приняла, и я стала Лавровой Светланой. Ребят, не мучайте себя. Если кому-то не нравится, не сидите здесь, не слушайте. Вот смотрите, это же опять, смотрите, вот мазохизм. Он же появляется тоже не просто так, да? Это когда человеку настолько плохо, что он себя не чувствует, настолько его разрывает, что
от самодостаточности самого себя, что вот я такой умный, я вот это вот все знаю, а все другие говорят говно какое-то. И это же наступает не когда ты становишься самым умным, а когда ты видишь вокруг себя говно. Ведь ты становишься тем, что ты видишь. Просто вам же дана эта жизнь вот в этом теле для того, чтобы вы почувствовали ощущение удовольствия. Через ощущение удовольствия, через ощущение радости вы познаете мир. А через состояние злости вы можете познать только физику. Физику внутренних органов, физику вашего тела. Но мир вы не познаете, вы не уйдете дальше своего тела. Позвольте другим, даже по состоянию своего ума, позвольте другим быть глупыми. Они имеют право быть теми, кем они являются. Если вы себя считаете вот таким, это тоже ваше право. Но вы должны задуматься, а почему вы в этом состоянии? Почему вам так важно дать оценку кому-то другому? Ведь другому ваша оценка не нужна. Она нужна вам, что вы можете дать эту оценку. Вы ее для себя показываете, что я вот такой или такая могу дать эту оценку. На основании того, что я считаю. Это неплохо и нехорошо. Это к тому, что за этой оценкой что идет? Ты же погружаешься в эту оценку. Ты же погружаешься в это познание оценивания кого-то другого, уходя от себя. Вот то, что я вам сейчас говорю, это я позиционирую это не для того, чтобы это как-то критиковалось, обсуждалось. Это для того, чтобы твоя мысль, сказанная мной, эта мысль за тебя зацепилась и привела тебя логическим методом, пусть будет так, к тому, что ты поймешь, что тебя не существует, ты проявляешься через любые другие личности, чтобы получить новый пакет ощущений, новый пакет чувствования. И при получении нового пакета чувствования ты можешь блюмкнуться дальше в состояние себя. Потому как, когда ты себя узнаешь, твоя личность, она полностью растворяется. Личности нет. Есть только та личность, через которую ты интерпретируешь себя для чего-либо. Для продолжения жизни в этой плотности. Но если ты будешь возвращаться к себе, ты не сможешь себя идентифицировать ни как какую личность. Потому что ты являешься вне личности. Ты не можешь смотреть через что-то, ты не можешь смотреть на кого-то. Ты не можешь наблюдать за кем-то. То есть весь мир, ты понимаешь, что весь мир, не ты смотришь на мир, не ты его интерпретируешь, наслаждаешься. А когда ты теряешь, растворяется твоя личность, ты понимаешь, что весь мир, он есть, и он смотрит через тебя. Не твоими глазами, а через тебя. Ты и есть этот мир. Тебе его не нужно придумывать и идентифицировать. Ты уже есть этот мир. Тебе не нужно визуализировать какую-либо картинку. Ты уже это есть. И когда мы с вами разговаривали о том, что такое ощущение, и когда ты себя... Когда ты в себя что-либо закладываешь, у тебя внимание, фокус внимания неосознанно уходит на переваривание чего-либо, на выведение чего-либо. А когда ты перестаешь
ты очищаешься, то ты можешь видеть себя не телом, а через тело. Ты можешь ощущать уже не пальчиками, а через пальчики. И весь твой мир ты уже смотришь не глазами, а через глаза. А потом ты становишься этим миром. И это другое чувствование, другое состояние. Так, давайте я почитаю вопросы. Добрый вечер. Посмотрела ваши ранние видео. Как я поняла, надо постепенно приучать тело к автономии. И когда-то придет момент, когда еда уйдет из жизни. А на что заменить этот огромный кусок жизни? Ни на что. Это не подмена. И я никогда не говорила, что нужно тренировать тело. Нужно тренировать же это не к автономии, а к иному познанию. К иному познанию самого себя. И когда ты познаешь себя, то когда я нахожусь в теле, когда я есть тело, тогда мне, конечно же, хочется свое тело поддерживать тем, чем привык человек поддерживать. Но когда я не тело, когда я через тело могу что-то познать, тогда тут другие состояния начинают выходить на первый план, то тебе не хочется в тело что-то складывать, складировать. Тебе хочется через тело раздавать, отдавать. И когда вы идете к состоянию неедения механически, и говоря, чем этот пробел забить? Ничем не забить, значит, вы просто не готовы. Если бы можно было натренировать, то тогда достаточно большое бы количество людей были бы уже, жили бы уже без еды и без жидкости. Но люди не могут перестроиться на эти этапы, на этот образ жизни. Не потому, что они такие, у них нет силы воли, а потому что нет понимания, а что это такое. То есть ты не идешь к нееде. Какая разница, ешь ты или не ешь? Какая разница, ест твое тело или не ест твое тело? Ты-то кто? Тебе нужна еда или нужна еду твоему телу? А твоему телу нужна еда? Придите сначала к себе. Это важнее, чем просто истощить свое тело и прийти к состоянию вне еды, не осознавая, что будет дальше, не понимая, куда ты денешь это время, чтобы что? Ведь когда ты приходишь к самому себе, у тебя нет этой суеты. У тебя нет желания чем-то что-то занять. Ты уже есть все. Ну, то есть, смотрите, ветер дует, ему нужно. Вот он говорит, ой, вот завтра я не буду дуть. Чем бы мне себя занять? Этого же не происходит. Море, когда не волнуется, когда оно спокойное, оно же не думает, ой, а чем же мне себя занять? Вот без шторма мне как бы и делать-то нечего. Оно же просто есть. Почему вы думаете, что вам нужно себя чем-то занять? Вы же себя занимаете чем-то искусственным. Вы хотите от одного искусственного процесса уйти в другой искусственный процесс? Тогда вопрос. Чтобы что? Чтобы пойти на неедение, нужно очиститься от черной и белой магии или от порчи, если есть. Или во время неедения само почиститься. Вообще не понимаю, о чем вы говорите. Очень глубоко благодарю. Благодарю, Марина. Да, ребятки, пишите вопросы, если есть.
Я сегодня на такой коротенький эфир, потому что уже совсем чуть-чуть, и у нас с ребятами будет достаточно глубокое путешествие. Глубокое путешествие на Алтай. И я могу сказать однозначно, что это первый этап, когда я готова в свой день рождения в глобальную перестройку себя. Быть еще с другими людьми. Почему это сейчас произошло? То есть я понимаю, что я сейчас перехожу еще дальше. То есть что такое Алтай? Это уже не перепрошивка ребят, которые со мной поедут. Это я им покажу, кто я. Каждый из человека, который будет на ретрите, он увидит себя, кто он есть. Вне каких-то рамок, вне каких-то определений, вне головы. На сегодняшний день я готова дать это состояние, кто есть я, каждому человеку, который будет на ретрите. И когда будет, как перезагрузка, да, ребята назвали, это еще плюс 3 дня. Это плюс 3 дня будет уже не, это будут не ретритные дни. Это будет уже, это просто ребята будут в тех, находиться рядом со мной в тех процессах, в которых буду находиться я. И сегодня я понимаю, что я готова, чтобы было еще несколько человек, что я готова сдержать и их тело, чтобы не было физической смерти. Вот, такие там будут процессы. А что касается Байкала, то, наверное, ни для кого не секрет, кто меня смотрит, что Байкал — это в первую очередь огромный портал, когда человек может зайти в другую плотность. Но чтобы зайти в другую плотность, там как раз и будет уплотняться через наши поболтушки тела. Вы поймете, что такое плотность тела, что такое другая плотность тела. Вот. Но там продолжения не будет, потому что я уеду в другое место, где нет доступа людям. Ну, не смог, ну, как там тоже к людям, но к другим людям. Вот. Потому что там не человек, который на стационарном питании, будет прям на стационарном, какое-то слово сказала, где я его взяла. Им будет очень тяжело. Вот, и как раз у меня завтра заканчивается один из еще одних процессов, еще одного моего исследования, обследования. Да, прилетел профессор один. Вот, и 3 дня я вот с ним, мы делаем определенные процессы. Я обязательно это расскажу потом в закрытом клубе, как только будет готово заключение. Вот. Я обязательно ребятам расскажу это в закрытом клубе. Так, добрый вечер, Антон. Светочка, почему именно Алтай? Расскажи, что думаешь про это место? Смотрите, Алтай, там вот такая вот энергия. Алтай — это когда ты идешь на раскрытие в своего тела вне зависимости от твоей плотности. То есть ты можешь спокойно выйти из состояния тела, чтобы увидеть, кто ты есть. Кто ты есть — разум, чувство, Бог, любовь. Чтобы понять вот это вот состояние. Потому что я могу говорить все что угодно, но когда ты его чувствуешь, оно другое. И это как раз это то, что больше твоего тела. Это Алтай. Байкал — там вот такая вот энергия.
Это то, когда ты можешь проваливаться в другие плотности. Ведь смотрите, что такое другие плотности? Это когда, например, очень многие говорят, а что такое там, я вот хочу вспомнить там свою прошлую жизнь, а кем я был в прошлой жизни, что такое желание, как они реализуются и много-много всего. Я, возможно, проведу потом эфир, но сейчас просто так немножко запущу процесс. Смотрите, очень часто бывает такое, что мы о чем-то мечтаем, да? И вот эти вот мечты, мы просто очень часто человек не может понять, что он хочет для самого себя. И это как бы скапливается. Вот это вот его желание, оно как бы скапливается. И, например, он в этой жизни его не может реализовать по каким-то причинам. И он, а желание это, то есть эта энергия, душа, ну, давайте назовем так, душа, душа-то никуда не делась, она с этим энергетическим потенциалом перерождается в новое тело. И чтобы вот этот вот энергетический потенциал, чтобы он уже осуществился, оно перерождается неважно в какое тело, оно либо там в 5248 год, либо там в 1720 год, абсолютно неважно. Временного фактора для этого нет. То есть он, например, хотел коня, да, грубо говоря, он переродится сюда. Хотел там что-то там такое сверх что-то усовершенствован, он переродится вот сюда. Абсолютно неважно, то есть нет такого, как в нашем понимании, что ты вот сначала вот здесь вот переродился, вот здесь вот переродился, вот здесь вот переродился. Почему некоторые люди начинают вспоминать какие-то вещи, которых не было тогда, никогда не задумывались? А которые еще даже не показывают сейчас, не показывают там фильмы. То есть он может вот здесь, вот отсюда, вот здесь вот сейчас быть, вот в этом вот процессе воспоминания себя. Но ты можешь запустить еще, начинать себя вспоминать не из состояния «я здесь», а из состояния «где меня нет». И там тоже будут приходить другие картинки, другие состояния тебя, другой опыт тебя, что я еще имею в своем опыте, откуда я имею. То есть это же все едино, только в твоем восприятии, как тебе рассказали, что есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. А по факту это единый опыт. И когда ты осознаешься, наверное, так, я не знаю, какое правильное слово назвать. Когда ты становишься единым пространством, ты это все уже видишь. Вообще все. Не в прошлом, настоящем, будущем, а в единой картинке. Так, Светлана, а как пришла к вам потребность отдавать себе? Привет с Гавайских островов. О, как здорово. А человек... Если он становится собой, он может только отдавать, может только раздаваться. Вот смотрите, воздух, он же не всасывает, он всегда просто есть. Он всегда просто есть. Море, оно же не всасывает в себя, раз так и сегодня на море не ходить, оно в состоянии всасывания. Оно всегда просто есть. Дождь, вода, всегда просто есть. Всегда все идет на раздачу, всегда все идет на отдавание. И есть такие некоторые моменты, когда, если задуматься, даже возьмем Библию, да, когда там говорит, Бог разделил воду на сушу, да, там гладь воды, там еще что-то, и разделил-то на что? Вот мы привыкли думать, что здесь суша, а здесь вода. Здесь вода. Посмотрите, сколько воды занимает наша планета. И здесь вода. Небо. Что такое небо? Что такое космос? Это же вода. Какие корабли создают, чтобы полететь на воду, на другую воду? Что там? Какая плотность? Там плотность чего? Такая же плотная, как у воды? Или такая же разряженная, как воздух?
Как стать местом силы самому? Просто осознать, что ты и есть место силы. Добрый вечер. Расскажите про детей. В одном из видео их трое, сейчас двое. Я была замужем, там был еще ребенок. Вот моих детей у меня два сына. Будет ли когда-нибудь ретрит не в России? Очень хотелось бы присутствовать, но многие сейчас не могут ехать в Россию. Да, будет. Я думаю, что в ближайшее время. А у вас автономия от чего? В смысле от чего? От смерти. Знаете, такое состояние? Поймешь, когда помрешь. Вот оно под многие моменты подходит. Вы верите в историю? Вы доказали наличие души? Как я могу это проверить? Осознавайте, Светлана, и вам не нужно ничего проверять, вы все это сами увидите. Когда вы хотите проверить, кто хочет проверить? Хочет проверить ваше эго? Хочет проверить Светлана? Светлана, которая пишет? Светлана Баскакова, да? А почему вы думаете, что если Светлана это проверит, то для вас это окажется что-то информативное, что эта информация не уведет от вас самой еще дальше. Через состояние покажите, докажите, где логический конец. Вы же потеряетесь сами в этом логическом конце. Ведь логики в вас нет, у вас просто есть вы. Без того, кто ищет. Ведь очень часто ищущие не могут найти. Почему? Потому что нужно просто отпустить искателя. Светлана, планируете ли вы ретриты за границей в Европе? Да. Вы верите в планеты, вы отдаете себя людям, у них свой путь. Конечно, у всех свой путь. У всех свой путь, но когда вы осознаетесь, вы видите, что нет пути-то. Путь чего? Путь куда? Кто идущий? Идущего-то нет. Про душу был вопрос с подвохом, я не ищу душу, вы говорите о ее существовании. Я ее обозначила, чтобы вы понимали, что такое я. Ее можете назвать хоть как, можете назвать я, можете назвать разум, можете назвать душу, можете назвать сердце, любовь, Бог, хоть как. Главное, чтобы вы понимали, что я есть, это и есть само пространство. Без идущего, без говорящего. Без слышащего, без верующего, без ищущего. Есть такое слово ищущего? Здравствуйте. Вы чистились после, сели на автономию или как-то сразу перестали есть, пить? Здравствуйте. У меня очень много эфиров на канале. Вы можете посмотреть. Я не буду сейчас это пересказывать. Там достаточно большая... Достаточно много эфиров, и я прям там несколько лет назад, когда у меня только 4 дня были, когда я еще на гормонах сидела, вы можете это все посмотреть. Наталья, потрясающе, спасибо. Да, ребятки, присоединяйтесь к ретритам вживую, там, конечно же, происходят другие моменты. Вживую я могу показать вам вас. Через камеру это сделать сложнее.
Потому что вы сами начинаете юлить и уходить, задаваясь вопросами, не погружаясь в состояние. У нас очень грязный воздух в городе. Как может автоном с этим жить? Дело же не в воздухе, ты есть все. И почему вы думаете, что человек может жить, употребляя какие-то модифицированные продукты, алкоголь, табак? И с этим он может жить, а на вычищении тела он не может жить. Это же нелогично. Светлана, вы делаете индивидуальные сессии онлайн? Да, ребят, делаю индивидуальные сессии. Все контакты есть под видео. Можете посмотреть, там выйти в Telegram, либо в Топлинк, и там вся информация есть. Сколько вам лет, если не секрет? Я 79-го года. Тут до начала ретрита бомбит не кисло. Да, ребят, ретрит же начинается не с того места, когда вы приехали, когда мы с вами сели в одном помещении. Он начинается с принятия вашего решения. И да, у ребят, которые едут сейчас на Алтай, достаточно жесткие процессы, вплоть до смерти близких идут. Есть и такое. Потому что ты уже идешь на трансформацию. А она не бывает в бабочках и цветочках. Как бы это ни хотелось, как бы это ни говорили, как бы это ни звучало чем-то таким желанным. Но отваливается все с кровью и с болью. И чистка уже началась с принятия вашего решения. Да, мне пишут ребята, ревут. Но держится. Света, после ретрита ты иногда во сне ко мне приходишь и что-то рассказываешь, передаешь знания. Это действительно передача знаний на тонком плане или просто какие-то мои иллюзии? Передача знаний, да. Неудобные вопросы не зачитывайте. Нет, я не зачитываю те вопросы, на которые не вижу смысла отвечать. Не вижу смысла отвечать, чтобы не тратить время. Зачем? У меня же очень много... Есть эфиров, где я там отвечала на все те вопросы, которые вы сказали. А будут ли трансляции из Алтая во время ретрита? Сейчас нет возможности приехать. Да, и, наверное, еще рано мне. Но интересно послушать. Трансляции будут, но они будут в закрытом клубе. Да. В открытом доступе, конечно же, нет. Потому что там будут другие процессы происходить. Там разные процессы, ребят, происходят. И то, что иногда показывают, что люди себя ведут очень-очень по-разному. На ретритах бывает еще похлеще. Поэтому не все возможно показать. Потому что даже люди приезжают на перезагрузку, а не чтобы кто-то поверил, что действительно там что-то происходит. Если кто-то не верит, если кто-то не готов, у вас свои процессы, они тоже прекрасные, не менее прекрасные. А что с вашими волосами случилось? Или эфир старый? А что с моими волосами? Они всегда такие были. После моря закрепила здесь штучку. Они у меня еще мокрые. Я в море люблю нырять с головой. Вот, поэтому такие всегда одинаковые вроде бы. В Иркутске, перед Байкалом или после? Не будет встречи с желающим? А, перед Байкалом точно нет, потому что там вообще все
очень плотный график, а после там есть немножечко времени. Если вы организуете, то, пожалуйста, я могу приехать. А еще вопрос, а могут ли все эти процессы поэкологичнее как-то происходить? Ну, вы знаете, как бы они ни происходили, по прошествию какого-то времени вы понимаете, что они только так должны были происходить. Если бы они произошли как-то немножечко по-другому, и вы бы были другим, ни хуже, ни лучше, ни глубже, ни поверхностней, а просто другим. Поэтому всегда происходит только то, на что вы готовы. Насколько вы готовы прям к перестройке самого себя. Вот я просто могу приехать на ретрит, или нужно готовиться к этому какое-то время и что-то постичь? Нет, к этому готовиться не нужно, это нужно просто ваше желание, когда вы понимаете, что вы хотите приехать. Ну вот в России будут ближайшие только пока Алтай, Байкал и Сочи будет осенью. И пока больше не планирую. Нет, я не гадаю. Благодарю, люблю тебя. Да, Ксюшенька, тоже тебя люблю. Получается, вы младше меня на пару лет. А выглядите очень даже молодо. Благодарю. Да, ребятки, если вопросов больше нет, то я тогда буду заканчивать. Вот здесь вот вопрос был. Так, где она? Вот. Что означает косоглазие на ментальном уровне? Во-первых, нужно понимать, у кого косоглазие, потому что если вы говорите про себя, кто спросил, то это не от вас. То есть это вообще не ваше. Не знаю, будет смотреть человек или нет. Но некоторые моменты, некоторые, ну, так скажем, недуги, да, то, что не вписывается в общепринятые понимания, как здоровье или красота, оно не идет как ваше какое-то непринятие или непроработка. Возможно, от ваших близких, от ваших родственников. Это тоже нужно смотреть.
Светлана, какие сны вам снятся? Сны в основном не снятся. Я уже говорила, что уже нет состояния снов. Это же когда ты проваливаешься из одной реальности в другую. А когда ты есть во всех реальностях одновременно, то здесь же уже вот эта грань, она уходит. Грань реальности, нереальности, сна или яви. Тебе не нужно себя идентифицировать через то, что я сплю, и то, что я явствую. То, что я в яви, не нужно тебе идентифицировать себя через физическое тело. Ты просто есть во всех процессах. Светлана, вы такая красивая, благодарю за ваш свет, любовь, доброту. Благодарю, что делитесь, что терпите таких капризных людей. Восхищаюсь вами. Спасибо большое. Добрый вечер. Что такое порча? Порча – это то, что вы разрешили на каком-то этапе сделать это, сделать что-либо, осознавая или нет. Очень часто заключаются договора неосознанно между вами и кем-то. Или даже бывает между вами и вами. Очень часто люди не осознают, что заключают договора между собой, для себя. То есть я вот себе сейчас вот это вот сделаю, и чтобы вот это сделать, я сейчас вот это возьму, какую-нибудь, например, аскезу. И себя вводите в состояние через аскезу что-то взять. Здесь тоже нужно будет очень аккуратным, потому что ты как бы самого себя засовываешь в определенные рамки, в определенную клетку, но не проговариваешь, что будет, когда ты сможешь покинуть эту клетку. Либо с кем-то заключаешь какой-то определенный договор. Вот если бы у меня было вот это, я бы тогда вот это. Или очень часто, знаете, бывает такое, там, вот я, например, вот если я буду богат, у меня будет вот это. Вот если я буду там красив, или красиво, у меня будет вот это. Или я вот туда хочу поехать, но поеду только тогда, когда я там похудею, потолстею, похорошею, разбогатею или еще что-то. Это тоже такой же договор, который ослабляет вас, как вашу кристаллическую решетку, я бы так сказала. И вот когда ваша кристаллическая решетка ослабла, то любое состояние, когда вы что-то сделали кому-то, и ему это не понравилось по каким-то причинам, неважно, там наступили на ногу или там что-то взяли, посчитав, что это вам нужнее, тот человек может в сердцах кинуть энергетический пласт, энергетический шар, который через вашу истонченную кристаллическую решетку спокойно проходит. Благодарю. Да, ребятки, буду заканчивать. Посмотрю, может быть, на Алтае проведу эфир, но не обещаю. Света, сегодня у меня была встреча с мамой впервые за последний год. Она сказала, что у меня волосы сильно отросли, а вечером этого же дня от свечи у меня волосы загорелись. На что это может указывать? На что это может указывать? Но это указывает на то, что у тебя что-то есть недоговоренности с мамой. И что бы она ни сказала, у тебя есть внутреннее сопротивление. Неважно, что это волосы, она может сказать, там, что ты там похорошела, похудела, потолстела, что там туда переехала хорошо или сюда переехала. А если у тебя есть внутренний комок, который ты не проработала по отношению тебя и мамы, то тело пойдет на отрицание. И вот сейчас у тебя тело пошло на отрицание, то есть какие-то недоговоренности с мамой у тебя, в первую очередь, не у мамы, а у тебя. И вот тебе нужно посмотреть, что ты идешь, в какое ты отрицание идешь, где ты недовольна мамой, потому что мама — это стопроцентное отражение тебя. Где недовольство у тебя собой? Где ты себя не принимаешь, что ты в себе
недолюбливаешь, где ты себя журишь за какие-то моменты, за какие-то действия. Вот это все тебе может показать мама, а можешь показать сама себе ты. Потому что мама, ты всего лишь продолжение мамы. Точно так же, как мама продолжение тебя. Спасибо, Марина. Привет, Артём. Спасибо, благодарю. Ведь все, что мы не воспринимаем, это всего лишь игра разума, которая цепляется за нас, как за тело. Потому как, когда ты себя познаешь, тебе не за что зацепиться. У тебя нет ни плохих, ни хороших моментов. У тебя просто есть те моменты, которые происходят с тобой. Есть те вещи, те люди, те объекты, либо те субъекты, которые находятся в твоем поле. И ты их не делишь на хорошо и плохо. Ты просто есть рядом с ними в этом мире. А следующий этап будет, когда ты и есть эти все объекты, все субъекты, все действия. И даже все чувствования и ощущения, не ты их испытываешь, а ты есть эти ощущения, эти чувствования. Мама болеет, плохой запах, смерть, я отторгаю это. Конечно, потому что смерть для многих это как какой-то стопак. Ощущение веры, что все закончилось, что со смертью будет какой-то конец. Но смерть – это всего лишь одно из состояний, которое бывает реже, чем сон. И ей не обязательно осознаваться, либо вспоминать себя. Ведь ты – продолжение ее. Почему ты боишься потерять ее как частицу себя? Найди себя целостную. И тогда тебе не нужно будет проявление тебя в маме. Какое ваше мнение о... развратной, откровенной женской внешности, которая сейчас принята в обществе, печет сексуальность очень сильно. Губы, оточка, декольте, лосины. Меня это беспокоит. Ну, Константин, это же проявление себя, через это себя проявляют. Через это себя проявляют девушки, мужчины. Сейчас есть страх старости, да? Что сейчас стало немодным стареть. Немодно выглядеть как-то вот так. Это же шаблон общества, под который подгоняю. И чем больше людей есть в шаблоне, в определенном, которым удобно управлять, тем проще будет избавляться от людей, которые неудобные. Ведь мы с вами, вот кто сейчас смотрит, мы же с вами... Скорее всего, все неудобные люди. Чем можно зацепить? Многих уже на моем канале, да, не зацепить, например, какими-то плюшками съедобными. Многих не зацепить какими-то внешними факторами, которые ты можешь приобрести себе, а можешь не приобретать. Ты можешь и так, и так. Но человек, который не знает, что он может приобрести, а может не приобрести, ему хочется показать, что он может приобрести. Но это все иллюзия.
ты ничего не можешь приобрести, потому как ты являешься уже всем. Это все есть твое, это все есть ты. И очень удобно обществу внедрять даже ту же искусственную молодость, искусственную красоту. Что такое вот эти вот, как они называются? Я не знаю, как называются, простите меня. Когда вкалывают, чтобы там вот морщинок не было. Это что делают? Это капилляры, во-первых. Перекрываются определенные капилляры, и там уже не циркулирует кровь. И с определенными моментами получается, что вся кровь, то есть что такое наша, наша ДНК? Наша ДНК – это состояние крови. Кровь – это как раз та омывающая жидкость, которая тебя может очистить либо загрязнить. И очень простой метод, чтобы не лезть какими-то непонятными моментами в твою кровь, сейчас очень хорошо сделали то, что ты сам идешь ее портить. Вот эти вот, например, коктейли, да, которые тоже, ну, девочки, мальчики, наверное, сейчас колят. Я не знаю, как она правильно называется, но как коктейли, что вроде как поддержать кожу в более молодом состоянии, как они что, типа витаминизированные. И только сейчас начали говорить о том, что кожа начинает отделяться от мышечного каркаса. То есть кожа начинает висеть на голове. У нее уходит связка с мышцами, с сухожилиями. То же самое, что и губы. Когда колят губы девочки. То же самое, там точно так же перекрываются определенные капилляры, точно так же растягивается кожа, которая обратно она не восстанавливается. Но на идее вообще сложно что-то восстановить, я бы, наверное, так сказала. И точно так же потом идет все обвисание всего лица. Это для чего сделано? Это сделано для того, что, посмотрите, как, не знаю, можно это говорить или нет в открытом доступе, ну, в любом случае, давайте уже скажу. Посмотрите, сейчас больше всего вот эта пластическая хирургия, косметология, она развита в Китае, да? В Китае, в Японии, в Китае, по-моему, в Корее, ну, в общем, где-то там. И там причем дарят вот эти вот сертификаты, когда ребенок выходит со школы. То есть он выходит со школы, и когда он идет в другое учебное заведение, он может за вот эти вот каникулы, он может себя изменить и типа красиво уже идти в другое учебное заведение. Потому что там прям культ красоты, если ты некрасивый, тебе вообще ничего не светит. И что происходит? То есть они, получается, живут настолько вот в кредитах на свои операции, что когда не оправдывается, то есть не ты выходишь вперед, а думаешь, что ты выйдешь вперед за счет своей красоты, и это не получается, то там очень много смертельных случаев. Это, то есть люди прям начинают, то есть они как они? Суицидом заканчивают. Молодые люди заканчивают суицидом, потому что они не могут выплатить эти вот кредиты, которые они берут на косметологию, а эта косметология, оказывается, не помогла с какой-то, с профессией, с выбором работы. Работодателю вы все равно не так понравились. И это нам кажется, что это все вот такое вот поверхностное, но это же уже давно идет. И это давно идет к тому, чтобы точно так же контролировать население, насколько будут удобны те люди, которые есть, и людей как будут различать в основном. У каждого человека уже есть свой определенный номер, и этот номер уже давным-давно. И людей, которых неугодных, которые
за счет того, что им что они сделали вот это и это, они все равно стали неугодными для общества, их просто нужно убрать. Но никто не будет как бы марать руки, весь социум настроен на то, чтобы человек сам себя довел до определенного состояния, до определенного ухода из этой реальности. И здесь очень много таких моментов, я их не могу говорить вот на открытый эфир, потому что могут просто есть специальные определенные алгоритмы в соцсетях и могут просто закрыть канал. Но очень много таких моментов, и это уже идет достаточно давно. Очень много моментов, которые больше 100 лет готовились, и это можно прямо отследить, что сейчас происходит. Поэтому это не просто красота, это нам сейчас кажется, вот там, ой, вот такую вот сделали красоту, вот такое вот сделали, людям внушили. Не сейчас это сделали, это было более 100 лет назад. Подготовка к тому, что происходит сейчас. И да, ребят, если вы некрасивы внутри, то что бы вы ни сделали снаружи, это не будет иметь никакого результата. Он будет настолько временный, настолько маленький. Да, я вижу людей, я вижу, например, девочек, я вижу, как они делают косметические какие-то процедуры, операции. Да, они становятся красивые. Но чем больше у них операций, тем меньше в них есть состояние счастья самого себя. Они просто теряются, как личность, как живой человек становятся потерянными. А у меня ровно наоборот, не могу наладить отношения с сыном, с его семьей. Очень стараюсь, но пока не получается. У меня творческая профессия, а у родственников более обычные. Но это же тебя беспокоит, что ты хочешь наладить отношения с сыном и с его семьей. Причем ты хочешь наладить отношения, как тебе кажется, что так ты наладишь отношения. А ему, видимо, нужно просто на сегодняшний день свобода от тебя. Ты никогда не наладишь отношения с кем-то, пока ты не наладишь отношения с собой. Почему тебе так плохо без сына? Почему ты делаешь акцент, какая у кого профессия? Почему тебе нехорошо? Почему ты думаешь, что у тебя что-то не получается? Это же все в тебе. Вот когда тебе будет хорошо с собой, когда ты будешь в состоянии счастья при любой профессии, к источнику счастья всегда тянутся люди. Всегда. Даже если они не умеют радоваться. Большинство не умеет радоваться. 90% людей не умеют радоваться. И когда у них наступает радость, они настолько начинают фиксировать это что-то фотографиями, начинают фиксировать это, чтобы сделать еще лучше. Только лишь потому, что они не могут насладиться тем, что с ними сейчас происходит, состоянием радости. Но всегда хочется побыть, погреться от человека, который этим является. Поэтому, опять же, начинать с себя. А что значит красивый внутри? Красивый внутри — это тот человек, который отдает, которому есть что отдавать. Отдавать, возможно, только красоту. Потому что если ты отдаешь что-то некрасивое, что-то неугодное, никто же не возьмет, тогда ты протухнешь с тем, что в тебе есть. А когда ты наполнил красотой, радостью, счастьем, любовью, в общепринятом понимании. Тебе есть что отдать, и у тебя берут. И чем больше ты отдаешь, тем большим ты являешься.
Здравствуйте, Лана. А вы делали что-то с лицом? Нет, я ничего не делала. Но губы вроде сделали, не ошибаюсь. Вы ошибаетесь. Это так свет, ребят, падает. Если вы меня увидите вживую, они самые обычные. Просто, видимо, так вот такая форма, что свет падает вот так. Это первый момент. И второй момент, что у меня же брекеты. И когда брекеты ставишь, они все равно немножечко как бы становятся больше. Пока стоят брекеты. Можете посмотреть мои первые эфиры, там все то же самое. Вот. С лицом максимум, что я делала, это маски и массаж. Все. Больше ничего. Никаких пилингов, никаких, естественно, уколов, операций. Хотя в детстве я очень мечтала об операции. Уменьшить нос. Прям мне казалось, что если я уменьшу нос, я вот такая красивая. Со своим большим носом я вот такая вот. Не такая красивая. А сейчас я люблю свой большой нос. И все. Все в себе люблю. Все мое. Выглядите модно. Спасибо большое. Ну что, ребятки, буду я с вами прощаться. Спасибо огромное за вопросы. Всех обняла. И жду комментарии под видео.